Я помню, тот июль выдался таким жарким, что на улицу можно было выйти только после 7 часов вечера. Стоило переступить порог в дневное время, жара тут же наваливалась, как душная тяжелая шуба, а глаза начинали болеть, будто на них давили горячими пальцами. Нельзя было даже открыть окно, раскаленный воздух тут же заливал всю комнату. В тот месяц я выходила из дома лишь с наступлением сумерек, Личной жизни у меня не было. Отец уехал в командировку. Мама целыми днями работала. А единственная подруга Надя не выходила со мной на связь. У нее тогда был тяжелый период в жизни. Но на мои расспросы она ничего не отвечала. Разговоры у нас не клеились. И я решил ее не донимать. Весь июль я пролежала одна дома, мучаясь от жары и скуки. Поэтому, когда в воскресенье начался дождь, я поначалу обрадовалась, Наконец-то свежесть и прохлада. Но дождь перерос в сильную грозу, нам выбило свет и интернет, и мы сидели на кухне в полутьме, глядя на бушующую за окном непогоду. «Побило мне все цветы», – пожаловалась мама. «Давно не было такого ливня, еще и так резко начался, а ведь прогноз погоды и маленького дождика не обещал. Смотри, какая молния! Не повезло тому, кого такая погода настигла в дороге». Прошло почти два часа, но гроза становилась только сильнее. Дождь превратился в град, от грома болели уши. Мы забыли закрыть калитку, и она с громким скрипом хлопала на ветру. «Не будет у нас ни персиков, ни абрикосов, все позбивает», – вздохнула мама. «Последний раз я видела такую сильную грозу, когда Степа Меньшиков повесился. На висельников всегда сильная гроза. Вон, смотри на дорогу», как будто кто-то бежит по ней. Я присмотрелась. По дороге текли реки воды, а по рекам ряпят сильного ветра, словно чьи-то следы. Интересно, зачем кто-то пугало поставил возле леса? Вдруг сказала мама. И правда, вдалеке у самого леса развивалась какая-то красная тряпка. Чтобы птицы урожай не клевали, ответила я. Так там же нет ни полей, ни огородов. Какой урожай? Думаешь, это и правда пугало? Ну посмотри, как будто фигура в платье. Там что, по-твоему, человек в такую грозу будет стоять? Точно пугало. Я всмотрелась было вдаль, но с очередным раскатом грома град резко усилился. Налетел такой ураган, что мы в спешке начали занавешивать окна. До самого утра мы не могли уснуть. Выл ветер, звенели стекла, и даже стены дома как будто дрожали. Закончилась гроза так же резко, как и началась, полностью уничтожив наш сад. На следующий день жара вернулась, и еще больше, чем была. Я снова осталась дома одна. Наблюдая из окна, как моя мать выходит за калитку, я ощутила странное чувство тревоги. Мне внезапно захотелось погнаться за ней, попросить вернуться. Пересилив себя, я попыталась отвлечься на книгу, но тревога не уходила. Я то и дело отрывалась от чтения и оглядывалась по сторонам. В доме ничего не изменилось. Стены, мебель, все было таким же, как и раньше. Но оставаться в нем мне почему-то стало жутко. Все вокруг при свете дня стало вдруг зловещим, излишне четким. Будто кто-то повысил контрастность изображения. Наверное, я слишком перенервничала из-за вчерашней грозы. В какой-то момент мне стало настолько страшно, что я отбросила книгу и выбежала босиком во двор, а из двора за калитку. Мы жили в частном секторе сразу за городом, и я любила это место за тишину и покой. Но тогда вид пустых улиц нагнал на меня еще большую панику. Я вдруг осознала, что сейчас понедельник, все на работе, и ни в одном из домов вокруг никого нет, и даже птицы почему-то не поют, и листья не шелестят. Я одна, совершенно одна. Чуть ли не плача, я вбежала обратно домой и заперлась в ванной. Но стоило мне умыться холодной водой, как наваждение пропало. Все только что пережитые ощущения тут же показались мне глупыми и смешными. Вечером мать вернулась с работы, и мы с ней решили пройтись до ближайшего магазина, Жара наконец спала. В свежем воздухе пахло акацией. Пели птицы. Мне было спокойно и радостно на душе. А о пережитом дне я вспоминала даже с некоторым неудобством, как о каком-то дурачестве. Мы уже видели издалека наш дом, как вдруг я увидела, что какая-то женщина в красном платье выходит из-за калитки и уходит в противоположном от нас направлении. Я прервала нашу беседу с мамой, чтобы указать ей на это. «Мне вдруг показалось», — сказала я и рассмеялась, — «что та женщина у нас со двора вышла». «Да, мне тоже так показалось», — тихо сказала мама, и все веселье как рукой сняло. Во мне почему-то снова начало нарастать чувство тревоги, и в один момент вернулось то ощущение жуткого, зловещего мира вокруг». «Эй, вы к нам приходили?» – окликнула ее мама, но женщина удалялась, не слыша нас. Что-то в ней было не так. «Если она что-то важное хотела, она вернется», – сказала мама. Но меня почему-то взволновало произошедшее. «Что это у нее с головой?» – спросила я. «У нее как будто одно плечо выше другого, что ли?» «Не будем обсуждать», – перебила меня мама, и ее лицо стало бледным. Наверное, человек чем-то болеет. До дома мы дошли молча, разговаривать больше не хотелось. Ужинали мы тоже в полной тишине. Мама смотрела в окно, о чем-то думая. «Тебе не кажется, что то пугало переместили?» Наконец сказала она. Я подошла к окну и вгляделась вдаль. Красная тряпка теперь висела на некотором отдалении от леса, а не вплотную к деревьям. При ясной погоде на фоне зелени она выделялась еще ярче, чем вчера. Может его просто переставили? Да и мало ли, что это может быть? Хочешь, сходим туда посмотрим. Какие глупости! рассердилась мама, и я почувствовала, что за ее раздражением она прячет тревогу. Делать мне больше нечего. Но мне стало интересно, и я сходила к соседу и попросила у него бинокль. Мама, поджав губы, долго вглядывалась через него в окно, а потом пробормотала. «Что это? Как будто какая-то женщина». Я выхватила бинокль из ее рук. Он был очень слабенький и приблизил совсем немного, но я увидела, что возле леса стоит как будто бы женская фигура в красном, с длинными темными волосами, Какая-то странно перекособоченная и искривленная, но определенно женская фигура. Это точно пугало, растерженно сказала мама. «Пугало для птиц. Или, по-твоему, это живая женщина там стояла вчера под градом и грозой. Да, наверное, сказала я. Да, точно. Просто пугало, которое переставили теперь в другое место. Убедив себя и друг друга, мы выбросили мысли о дурацком пугале из головы на весь оставшийся вечер. Однако на следующее утро, когда мама ушла на работу, я снова почувствовала нарастающее чувство тревоги. Зачем-то я опять взяла бинокль и подошла к кухонному окну. Сердце ёкнуло. Это определенно была женщина. Странная, кривая, но женщина, и в этот раз она стояла, повернувшись ко мне. Я отчетливо видела светлое пятно лица, длинные темные волосы и красное платье. «Не может же быть так, что это живая женщина», – пробормотала я. «Вроде и похожа на человека, а вроде и нет. Кукла какая-то». И в этот момент, будто услышав мои слова, фигура подняла руку в красном рукаве и сделала ей какой-то жест – Теперь сомнений у меня не было. Чувство тревоги усилилось. Дом из привычного и родного опять стал жутким и зловещим. Мне захотелось выбежать на улицу, но я помнила, что там страх только усилится. Отвлечься на книгу или фильм не получалось. Я то и дело подходила к окну и стояла, рассматривая странную фигуру в бинокль. Периодически она поднимала руку и махала мне, будто звала. Но не может же так быть, что это действительно какая-то женщина стоит там целыми днями, и в грозу, и в 40-градусную жару. И как она может меня подзывать? Разве она знает, что я там где-то смотрю на нее в бинокль? Глупости какие. Это точно пугало. Оно развивается на ветру, а мне кажется, что оно рукой машет. Но ведь и ветра никакого нет, даже листочек не шелохнется. Почему-то мне на ум пришла та женщина в красном, которая вчера будто бы вышла из нашего двора. Та, у которой что-то было не так с шеей или плечом. Я опять прильнула к биноклю. Та фигура все еще стояла там, и светлое пятно вверху, похожее на лицо, словно было криво приклеено к телу, правее, чем нужно». И тогда на меня снова нахлынула такая же сильная, странная, беспричинная паника, как и вчера. Я начала лихорадочно одеваться, решив для себя ни за что не оставаться ни в этом доме, ни на этой улице. Но куда бежать, если даже никого из соседей нет дома? К маме на работу, мелькнула мысль, и я выбежала во двор, едва обувшись и не заперев дом на ключ. Но выскочив за калитку, я замерла, увидев далеко в конце улицы фигурку в красном. Мое сердце готово было выскочить из груди. Я огляделась в поисках, кого бы позвать на помощь, хотя и знала, что никого не увижу. Когда я снова посмотрела на фигуру в красном, она была неожиданно близко. До нее оставалось всего лишь 3-4 дома, а ведь я отвернулась всего лишь на секунду. Я бросилась обратно в дом и, мельком обернувшись на пороге, увидела, что женщина в красном уже подошла к калитке, протянула руку и крутит задвижку. Я успела заметить, что одно плечо у нее и правда поднято. Голова будто свешена на бок, а лицо даже больше синюшное, чем бледное. Я с визгом захлопнула дверь на щеколду изнутри и занавесила все шторы, Словно она могла войти через окно. Не может человек так выглядеть и двигаться так быстро, думала я, набирая маме номер. Раздался стук во входную дверь, задергалась дверная ручка. Мне стало так жутко, что я с головой спряталась под одеялом. Внятно объяснить маме, почему я звоню, у меня не получилось. Но она все поняла по моему голосу, разволновалась и сказала, что сейчас прибежит. Но сколько ее ждать? Минут 15 как минимум. Я звонила всем, кого знаю, соседям, Наде, ее родителям, но никто не брал трубку. В дверь продолжали стучать, и я слышала, как тяжело и хрипло она дышит на крыльце с сильным стоном на вдохе и выдохе. Вдруг стук затих, Хрипящее, стонущее дыхание стало ближе. Оно теперь раздавалось прямо под окном моей комнаты. «Идем». Голос прозвучал, как будто у меня в голове. «Выходи. Идем. Я не могу войти. Выходи, пожалуйста». Я зажмурилась и закрыла уши руками. Голос позвал меня еще некоторое время. Странное дыхание отдалилось и стихло скрипнула калитка. В тот день я так испугалась, что ночью легла спать рядом с мамой. Сны мне снились тяжелые, как будто бы я открываю глаза, а в дверях стоит та женщина. Одно плечо поднято, на другом лежит голова. Проснувшись в холодном поту, я увидела сквозь полудрему, что ночь уже отступает. Вся мебель в спальне родителей уже обрела очертания, а женщина в дверях по-прежнему стоит». И то ли снится мне, то ли кажется, но вот она уже возле моей кровати, тащит меня за руку, и я будто иду за ней. Мы выходим в коридор, а он залит приглушенным багровым светом, словно на лампу набросили красную тряпку. И видится мне, что этот коридор раза в четыре длиннее, чем на самом деле, и идем мы по нему очень долго, а через двустворчатые двери выглядывают из темных комнат лица моих родных. И вот будто бы это их лица, но что-то в их гримасах есть странное, чужое. К ним не хочется подходить, а даже страшно, чтобы они не дотянулись до тебя. Во мгновение ока мы оказываемся во дворе, потом за калиткой и движемся по улице. Она, не оборачиваясь, тянет меня за собой, и ее голова криво висит на шее, покачиваясь при каждом шаге. Уже светает, и мы вроде идем медленно, не торопясь, а дома по бокам мелькают быстро, и я понимаю, что это сон. Раз, и мы уже возле того леса. Она протягивает руку, показывает пальцем, и я вглядываюсь и вижу, что в темноте между деревьев покачивается какая-то красная тряпка. Из-под нее видны две бледные ноги, голова свесилась на бок, лицо синюшное, и я вдруг понимаю, кто это. Проснулась я от телефонного звонка. Утренний свет заливал спальню, за окном пели птицы, солнце пекло. Звонила Надина мама, Несколько дней назад Надя сказала, что хочет провести выходные на природе с друзьями, чтобы развеяться и избавиться от апатии. Собрала рюкзак, села на велосипед и больше не выходила на связь. Я тут же ей рассказала свой сон. В том лесу, возле которого я видела пугало, в который меня вела та странная женщина, и нашли мою Надю, повесившуюся на ближайшем дереве. На ней было красное платье, и из дома она уехала как раз в тот день, в который началась та самая гроза. Поэтому она стояла там и махала тебе рукой. Сказала мне потом мама, из нашего окна видно тот лес. Она хотела, чтобы мы ее увидели, чтобы мы ее нашли. Я молча смотрела на лес в бинокль. Надина тело уже сняли и увезли, но она все еще стояла там и махала мне рукой. На этот раз, будто прощаясь, после того, как ее похоронили, она больше не появлялась.